Это опрос. Почему вы не в белом? Может ли Тайд Фэри Эффект стать пропуском в мир белых вещей? Узнаем. Здравствуйте. У вас есть белые вещи? Есть, но очень мало. Ребенок у меня грязнуля ужасная. Пятна. Жирная. Плохо отстирывается. Ты постоянно застирываешь, потом замачиваешь. Да. А вы верите в то, что можно носить белое хоть каждый день, если стирать Тайдом? Нет. Ну что же, испытаем Тайд. Вот вам белые вещи. Это вам Тайд Фэри Эффект. Спасибо. Пропуск в мир белых вещей. Ну как? Замечательно. Первые пятна меня попробовал ребенок посадил. Пятно было гигантское, жирное. Не застирывал ничего, не кипятил абсолютно. Терли? Нет. Мужа рубашку тоже стирала. Пятна были везде практически. То есть это были локти. Это были манжеты. Все отошло. Абсолютно без проблем. А как вы думаете, какой порошок лучше отстирывает белое? Тайд. Вы все еще не в белом? Тогда мы идем к вам.